Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Да, и всем привет, с вами снова я, как обычно, Даниил, и с вами занимаюсь с вами снова колонки Genius, здесь написано Genius, либо клавиатура, мышка, веб-камера, либо микрофон, либо не знаешь, что это такое за вещи, ну давайте-ка с вами глянем, посмотрим. Либо Genius SP 3600A. Так, вот же они самые модели, то, что я хотел. Это вот заказать себе. Так, вот такие вот модели. То, что на Латроицке я это заказал. Довольно-таки они выглядят очень старевшие, эти колонки. На них можно подключать разъем для наушников. Модель. Сказал я правильно, здесь SP3600A. Surge 230 вольт. AK50CZ0033A. Мультимедиа genius.com. Ну и давайте проверим, всего-то одни колонки Genius, такие же белые, как и у Максима брата. Интернете ты опасный, особенно как Димас, но особенно как ты согласный.
все, вот и все, закончились эти истории моей, вот эти колонки, то, что я вот здесь подключал и отключил, и принес сюда назад вам, чтобы попрощаться. Ну, что я могу сказать о этих колонках, что они довольно-таки очень... очень бумкие колонки, которые здесь гудят, шумят. Барабаны, как стучит вот эта фигня такая маленькая, большая, по форме вот такой вот. А в наушниках все это нормально происходит, так что давайте все удачи и всем пока. Спасибо за просмотр. Поддержите на Фейсбуке лайком и на Инстаграме поддержите лайком, пожалуйста. За такую посылку за 550 рублей заказал я на Юле.